Good evening, ladies and gentlemen. India, a country where love is the essence of life, known for its colorful culture and tradition. And this evening, we are glad to host all of you at this gala event, the Indian Extravaganza 2018. The Indian students of the first and the second course of the Medical Institute warmly welcome you for this evening filled with amazement and surprises. Добрый вечер, дамы и господа. Индия – это страна, где любовь – смысл жизни. Она знаменита своей колоритной культурой и традициями. Сегодня мы рады приветствовать всех вас на концерте «Индийская экстраваганза 2018». Студенты из Индии, обучающиеся первых и вторых курсов медицинского института, подготовили для вас увлекательный концерт, полный сюрпризов и открытий. First, let me invite the first Vice Rector for Education, Dr. Irina Kuksa. На сцену для приветственного слова приглашается первый проректор по образовательной деятельности Балтийского федерального университета имени Канта Ирина Юрьевна Кукса. Дорогие наши друзья, дорогие наши студенты, прежде всего, конечно, студенты из Индии, мы очень рады вас приветствовать в нашем Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Dear friends, welcome today to our concert. Welcome to all students and all members of our university. And first of all, welcome all Indian students. Welcome to Immanuel Kant Baltic Federal University. У нас уже целых два курса студентов из Индии. We already have two courses of students. Нам очень приятно, что студенты второго курса уже заметны в нашем университете. Они совершенствуются не только в медицине, но и в русском языке и здороваются со всеми по-русски. We are very glad that all students already greet everyone at the university. They feel here like home. Мы очень рады видеть студентов из Индии очень мотивированных, очень ответственных и очень старающихся студентов. We are very happy to see Indian students who are very motivated and who do their best. Мы очень надеемся, что вы станете хорошими врачами, хорошими специалистами. We hope that you will become very good doctors and very good specialists. И нам особенно приятно, что вы в университете не только учитесь, но и дарите нам свою замечательную культуру. Нам очень нравится, и мы гордимся тем, что вы такие у нас талантливые, креативные и любите искусство. We are very happy that you study at our university and also you show your culture, you are representatives of your culture. And we are happy when you can do performances. И это очень правильно, потому что университет на самом деле это место, которое предоставляет очень много возможностей. Это возможность стать профессионалом, это возможность заниматься спортом, это возможность заниматься творчеством, это возможность заводить друзей, это возможность получить любовь всей своей жизни. Поэтому нам очень приятно, что вы так ярко начинаете свой путь в университете. Вот таким праздником. We think this is the right thing because university is represents a lot of opportunities for you. It's not only studies, but it's also opportunity to do sports, to be creative, also to find love of your life. Я очень благодарна доктору Амиту Камле, который является нашим таким вот самым главным человеком, который заботится о студентах из Индии и который осуществляет коммуникацию между нашими службами и между студентами. I'm very thankful to Dr. Amit Kamle for his help in communication between our university and students. He is a key person here. Я благодарна моим коллегам по университету, потому что очень многие связаны и делают очень многое для того, чтобы студентам, международным студентам было комфортно в нашем университете. Это и юристы, это наша замечательная служба по поддержке иностранных студентов, которую возглавляют хорошо известные вам люди. Это учебное управление. В общем, все люди готовы сделать все возможное, чтобы вам в университете было хорошо, комфортно, и чтобы вы могли расти профессионально. I'm also very grateful to all the colleagues, all the university staff
members who do their best to provide all possible help for our students, first to be professionals and of course when they need help in other non-academic issues like the international office, our legal service and many other services of the university. Мы понимаем, что вам непросто. Сложная специальность, сложная профессия. Вы попали в другую страну, в другую культуру, холодно. Поэтому мы будем стараться сделать ваше пребывание в нашем университете и в нашей стране максимально комфортным, максимально для вас приятным. We understand it is not easy for you to be here. You're in a different country, in different culture. The climate is different for you too. And we understand that we need to provide all possible conditions for best conditions for your studies. Ну и вы должны стараться. Вы должны учиться, учиться и учиться. Мы очень рады вас приветствовать. Я надеюсь, что праздник будет зажигательным, добрым, веселым. Искренне рассчитываю на то, что это не последний праздник, в котором очень активно будут участвовать наши дорогие студенты из Индии. Добро пожаловать, хорошего вечера, хорошей жизни в нашем университете. And of course, you need to do your best. You need study, study and study. Thank you for organizing this concert, for your performances. We hope this is not the last one and you will in the future do more performances for us. So welcome again, everyone, and thank you. We would like to give the floor to the director of the Medical Institute, Professor Dr. Sergey Korinev. Позвольте теперь пригласить на сцену директора медицинского института Сергея Владимировича Коренева. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, наши гости. Good evening, our friends. Good evening, our guests. Сегодня в жизни университета и медицинского института большой праздник. Today in the life of our university and of our institute we have a very big holiday. Индийские студенты действительно это очень интересная страница в жизни нашего института. Indian students are indeed a very interesting page of our university history. Мы искренне рады вас видеть в стенах нашего уже солидного, серьезного университета и в то же время еще молодого института. We are very happy to see you in the walls of our university, to greet you here in the walls of our very young institute. Я хочу сказать, что вас ждет впереди 6 лет очень интересной жизни. От себя могу сказать, по мне так это лучшие годы вашей жизни. There are 6 years ahead of you, 6 years of studies, and my personal opinion, these are going to be your best years of life. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы вам было интересно в России, чтобы вы полюбили нашу прекрасную страну, чтобы вы подружились с нашими российскими студентами. As a university, we do all possible so that you have all the opportunities for yourself here for studies and as well to become friends with Russian students. Но в то же время не забывайте, что очень многое зависит от вас самих. Как вы будете учиться, как вы будете отдыхать, целиком и полностью зависит от вас. But please do not forget that it all lies in your hands, how you're going to study and how you're going to rest. Как вы поняли, университет предоставляет вам огромный выбор и огромный спектр возможностей. As you understand, university provides you with a very wide range of possibilities, opportunities. Мы призываем вас не замыкаться в собственных комнатах в общежитиях, заниматься спортом, заниматься наукой, заниматься художественной самодеятельностью. We encourage you not to stay in your rooms all the time, not only studies, but also devote yourself to science, to creativity. Но и в то же время не забывайте, что ваша цель – стать хорошим врачом. But do not forget that the main objective of you being here is to become good doctors. Доктор Амит Камле любезно принимал нашу делегацию весной этого года, и мы сами убедились, как высока значимость профессии врача в Индии.
Dr. Ahmed Kanlia welcomed us, our delegation, university delegation in India recently, and we, with our own eyes, could behold how important it is to be a doctor in India. Вот если вы хотите достичь этой вершины, вам надо очень много учиться. If you would like to achieve this summit, you need to work hard, study hard. С другой стороны, я хотел бы обратить внимание ваше, что вы являетесь представителями такой большой, интересной и многовековой истории страны, как Индия. I would like also to pay your attention to the fact that you are representatives of a very rich culture, rich country. Мы с большим уважением относимся к вашей родине, и у нас действительно очень добрососедские связи и на уровне правительств нашей страны, на уровне руководства наших университетов и просто среди жителей наших стран. We highly respect India here in Russia, and we are happy that we have a good relationship between our governments and as well between the nations. Когда мы были в Индии, я вам могу сказать собственные впечатления. Это мы прежде всего запомнили то, что граждане Индии – это очень добрые люди. Это люди открытые, готовые всегда помочь ближнему. When we were in India, we could see ourselves that Indians are very kind, open-minded people, people who are very helpful. Поверьте, граждане России очень похожи на индусов в этом плане. Они такие же открытые, добрые и готовые всегда помочь. Believe me that Russians are just the same, kind and open and always ready to help you. Двери дирекции для вас всегда открыты. Если у вас есть какие-то проблемы, есть что-то, что вас смущает, чем-то вы недовольны, добро пожаловать, двери открыты, я лично готов участвовать во всех ваших вопросах. The doors of our institute are always open for you, so if you have any questions, any comments, you just welcome anytime. Ну, а студентов, особенно второго курса, я хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что впереди у вас сессия. У вас прошел период адаптации, который мы вам дали. Мы очень хотим, чтобы вот этот период адаптации к российскому медицинскому образованию, к российской действительности, к российскому образу жизни, он прошел успешно, ну а дальше пора демонстрировать знания. And particularly students of the second year, you are studying for some time already, and you have already passed your first year of adaptation, and the session is coming, so more difficulties are coming for you, but you need to study more. Могу открыть вам маленький секрет. Мы пригласили уважаемого господина Камле на вашу сессию, и если он найдет возможность, он будет сидеть и слушать, чему вас научили по анатомии, по гистологии и по другим предметам. I would like to reveal a little secret here that we invited Dr. Amit Kamle to your session so he could come and see how you pass, how you take your exams this session. И все-таки у вас впереди студенческая жизнь. And of course, student life lies ahead of you. Поэтому welcome to Russia, welcome to big family of the Medical Institute. Professor Dr. Sergey Korine. Спасибо, Сергей Владимирович. Let us now invite the director of AK Educational Consultancy to deliver a welcoming word, Dr. Amit Kamle. Поприветствовать нашу публику приглашается на сцену директор AK Educational Consultants Dr. Amit Kamle. Check. Okay, so I'm going to speak in Russian. Добрый вечер, дамы и господа. Я рад приветствовать всех вас этим вечером на презентации индийской культуры в ее истинном виде. Я хотел бы поблагодарить и поприветствовать многоуважаемого ректора университета Андрея Павловича Клемешева, первого проректора, проректора по образовательной деятельности Ирину Юрьевну Куксу, заместителя проректора по международным связям Наталью Борисовну Милявскую, директора медицинского института Сергея Владимировича Коренева, заместителя директора медицинского института Екатерину Князеву,
заместителя первого проректора, проректора по образовательной деятельности Максима Николаевича Лисогора, а также всех преподавателей, сотрудников и студентов университета. Дома, в Индии, меня часто называют глобальным гражданином, но родители студентов называют меня вторым папой студентов. Я улыбаюсь, когда думаю об этом, так как это очень взрослые для меня дети. Меня не может не радовать доверие родителей, но иногда меня волнует, что студенты далеко от дома. Хотя они уже не маленькие, но еще не взрослые. Они уже должны принимать решения, которые определяют их жизненный путь. Поэтому я хотел бы обратиться к сотрудникам, преподавателям и студентам: берегите друг друга, ведь мы одна большая университетская семья. Также я призываю индийских студентов уважать культуру и традиции России, сохраняя свои ценности, соблюдайте дисциплину. Я всегда говорю, что Индия – это моя родина, а Россия – моя кармабхуми, место, которое принесло мне успех. Уважение и доверие между Индией и Россией укрепляет наши узы дружбы, объединяют наши страны, не позволяя чему-либо разделить две великих нации и их народы. Студенты усердно готовились к этому концерту. Надеюсь, что вам этот понравится. Спасибо, приятного вечера. Спасибо, доктор Камле. I'd request Dr. Amit Kamble to stay on stage, and I'd like to invite Dr. Irina Kuksa on stage. Приглашаем Ирину Юрьевну на сцену. Доктор Сергей Коренев on stage. Хотим пригласить Сергея Владимировича на сцену. Stand up for the national anthem of the Russian Federation and the Republic of India. Прошу всех встать, прозвучать национальные гимны. Maratha, Dravida, Uttara, Vanga,
Himachal Yamuna Ganga Uchchala Jaladhitaranga Tava Shubha Name Jaage Tava Shubha Aashish Maage Gaahe Tava Jaya Gaadha Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Let us begin the Indian Extravaganza 2018 with the worship dance by Sonali. We bring forward to you the dance full of devotion to Lord Ganesha. Индийскую экстраваганзу 2018 открывает танец, посвященный Богу Ганеша в исполнении студентки второго курса Сонали. Поприветствуем ее! About Madhuri Dixit, who is a popular Maharashtrian Bollywood film actress known for her acting skills, expressions and classical and western dances. She has fans all over the globe and today let's take a glimpse of this evergreen actress. So as first girls pay tribute to Madhuri's contribution in Bollywood. Спасибо, Sonali, за прекрасный танец. Наше следующее выступление очень популярно в Индии. Его исполняет знаменитая болливудская актриса из штата Махараштра Мадхури Дикшит.
У нее много поклонников по всему миру. Представляем вашему вниманию жизнерадостное выступление студенток первого курса. Thank you.
Moving on, India is blessed with soulful voices, one of which is Lata Mangeshkar, who is often referred as Nightingale of India. Student of first year, Anushka recreates the song Lag Ja Gale, sung by this wonderful singer. А сейчас на сцену приглашаем студентку первого курса Анушку с соловьиной песней Лак Джа Гейле. Thank you.
Anushka for his melodious performance. Our next performance is Bharatanatyam. Bha refers to bhava, which is expression. Ra refers to raga, which is melody. And ta refers to tala, which means rhythm. And this all is put together in an act referred to as Natyam. Спасибо, Анушка, за такое замечательное выступление. Наше следующее выступление называется Бхаратнатьям, что означает мелодия и ритм. Студентки первого курса Нирзара и Айшвария удивительным образом соединили культуру западных стран и Индии в их выступлении. Поприветствуем! Благодарим за выступление Нирзара и Айшвария. Ganesh Chaturthi is a popular Maharashtrian festival depicting birth of Ganesha, when the devotees bring the idols of Ganesha in their homes to bring positivity in life and immerse it back to get rid of negative thoughts. So, let's welcome Darshana, Siddhi, Ruchika and Aishwarya. Ganesh Chaturthi – известный праздник в Махараштре. Он изображает рождение бога Ганеша. Фигурки Ганеша приносят в дом, чтобы привнести в жизнь позитивный настрой и избавиться от негативных мыслей. Поприветствуем Даршану, Сидхи, Ручику и Айшварию.
thank you for the wonderful performance. Спасибо, девочки. Уверены, наши гости восхищены вашим выступлением. Now presenting a live fusion of Bollywood. Songs from the past 60 years by Kushal, Shivani, Shwetam and Sankalp. А сейчас мы покажем попури популярных песен за последние 60 лет. На сцене Кушал, Шивани, Швета и Кушал, Санкаль. तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई ये चांद सा रोशन चेहरा ज़ुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आँखें कोई राज इनमें कह रहा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा ओ दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी उड़े जब जब जुल्फे तेरी उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का जिंद मचले कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तन मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हो एक दिन बिक जाएगा छोड़ चले जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले बंधन चली बोलो ऐ जाती रे बंधन चली बोलो ऐ जाती रे न चली देखो प्यार की गली मुझे रोके न कोई न चली ना 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 मेरी जा देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार न तेरा रुकी ना मेरी जा ओ इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना रे दे दूँगी जान जुदा मत हो ना रे मैंने तुझे एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस है कि वो
को हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है छूकर मेरे मन को दिया तूने इशारा छूकर मेरे मन को दिया तूने इशारा हो बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को दिया तूने इशारा ये अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा थैंक यू Thank you. Thank you, everyone. Thank you for the enchanting performance. Ребята, благодарим за такое душевное исполнение. Love in Indian way, a perfect combination of melodies from India, presenting by Praveen and Ankita. Enjoy. Любовь по-индийски. Поприветствуем удивительную комбинацию мелодий Индии в танце Правина и Анкиты. Аплодисменты. Yeah.
Спасибо, ребята. Мы в восторге от вашего замечательного танца. Love is an emotion that can't be easily explained. It is the seed to other growing emotions, whether it is anger, sadness or happiness. So, here's Rishikesh Makone to describe the relation of love and care between the lovers. Продолжаем тему любви. Любовь не всегда просто выразить. Любовь — это сильные эмоции, как и гнев, печаль или радость. Студент второго курса Рушикеш споет нам про то, как правильно сделать комплимент девушке в Индии. तुझको जो पाया तो है ये
ये लगता क्यों बाहों में बस तेरी महफूज हूँ तुम बनो साया मेरा जिंदगी में आओ जिंदगी बिताओ है घड़ी तू दे दे मेरा साथ कमल हाथ चाहे जो भी होगा तू बस दे दे मेरा साथ तू बस दे दे मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ तू बस दे दे मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ थैंक यू ऋषिकेश फॉर द सोलफुल परफॉर्मेंस Спасибо, Рушикеш. Наши девушки в восторге от такого комплимента. Now presenting the Indian swag. Darshana, student of first year, is ready to welcome you to India in her swag. Accept her invitation and you won't regret. А сейчас вас ожидает зажигательный индийский свэг, представленный студенткой первого курса Даршаной. Поддержим студентку аплодисментами. Coming
swag se karenge sabka swagat. Даршина, for the performance. Спасибо, Даршина, ты подбодрила наших гостей зажигательным танцем. Our next performance is a tanda by Nataraja, which is a classical dance which depicts passion, anger and intense energy, presented by Sonali. So, let's cheer up. Наше следующее выступление называется «Тантов». Это классический танец страсти, волнений и переживаний. Поприветствуем завораживающую Сонали. Oh,
A gripping and passionate performance indeed. Thank you, Sonali. Спасибо, Sonali. Мы восхищены. After that energetic performance, sit back and relax as Kushal and Sankalp take you on the joyride of soulful Indian songs. Let's have a round of applause. Какой энергичный танец! Расслабиться нам после этого поможет, конечно же, студенты. Кушал и Санкаль с душевным миксом индийских песен. Ваши аплодисменты! हो शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर लव मी थोड़ा और हो लव मी थोड़ा धड़ी कर देगा सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा न था उड़ गए तो तेरे ला 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 उड़ गए तो तेरे तेरे तो उड़ गए तो तेरे कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा 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 हर कोशिश में हो वार वार करे अरियाओं को पार पार आशा 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 तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी ओ दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं तुम ये समझो कि शायद मैं पागल हूँ दिल कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं वो कौन है ये वक्त का इशारा वो कौन हर लम्हा हो प्यारा वो कौन यूं ही देखता है क्या तू वो कौन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा गीला क्यों पानी नीला नीला क्यों गोल क्यों है जमीन सुख में है नरमी क्यों आग में है गर्मी क्यों दो और दो पांच क्यों नहीं पेड़ हो गए कम है क्यों तीन है ये मौसम क्यों चांद दो क्यों नहीं दुनिया में है जंग क्यों बहता लाल रंग क्यों सरहदे है क्यों हर कहीं सोचा है ये तूने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सभी सोचा है सोचा नहीं तो सोचो अभी सोचा है ये तूने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सभी सोचा है सोचा नहीं तो सोचो अभी थैंक यू
Спасибо, дорогие ребята, за такое замечательное выступление. India is privileged by its culture and traditions. Hold your hands together as AKECeans present this ethnic ensemble. Индия гордится своей культурой и традициями. Представляем вам яркий, колоритный показ этнических костюмов Индии. Приглашаем на сцену студентов второго курса. Мы в восторге от представления студентов второго курса. Позвольте пригласить студентов первого курса. Our aim is out of sight. Wanna see
Спасибо, ребята. It's now time to bring to you a powerful and energetic portrayal of rhythm and coordination, the Indian way. А сейчас пора пуститься в энергичные ритмы Индии. Поприветствуем танец второго курса. All good things come to an end. We are sure that you all had a wonderful time with us.
and enjoyed it as much as we did putting it up for you. We promise to carve our careers in IKBFU as future doctors and also serve as ambassadors of India to Russia and vice versa. Today's last performance is a power pack garba danced by first year girls. Let's have a round of applause. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы рады, что вы присоединились к нашему концерту, который мы с удовольствием подготовили для вас. Мы обязательно станем врачами БФУ имени Канта и в будущем будем рады представлять как Индию в России, так и Россию в Индии. Поприветствуем последнее зажигательное выступление первого курса. Ваши аплодисменты! Дорогие наши гости, мы очень рады, что вы уделили свое драгоценное время и провели это время с нами, этот вечер пятницы. Мы не говорим до прощайте. До новых встреч!